Сегодня мы в очередной раз решили посетить это прекрасное производство. Это как раз тот интересный пример, как люди, используя свой талант и желание сделать свое, потому что мы выбираем свое, мы выбираем Mobitrac. Здесь на 80% все сделано из российских запчастей, из российских технологий. Люди заново разработали некоторые узлы, которые нужны, чтобы крепить эти фудтраки, соответственно, к автомобилю для перевозки, различные элементы колес, ну, много разных интересных конструкторских решений было здесь применено. Производство малого и среднего предпринимательства МСП где-то 400 штук в год мы выпускаем. На сегодняшний день 85% у нас локализировано нами. То есть мы и сами делаем рамы, и сами делаем корпус, и каркас, и внутреннее полностью оснащение, и холодильники, и вытяжные столы. Развиваемся, работаем. В России сейчас очень много перспектив в развитии и туризма, и малого среднего предпринимательства в рамках мобильно-торговых объектов. И очень большая поддержка у нас идет сейчас от Московской области с этими новыми программами размещения фудтраков и автолавок. Мы приняли решение и кардинально переработали закон о потребкооперации. Поэтому даже сегодня, обходя это замечательное предприятие и не скрою, с огромным удивлением, почти с открытым ртом, смотрел вот на то, что молодая команда делает здесь. Я для себя уже прописал, как бы так, и договорился с руководителем о том, что в ближайшее время мы проведем совместную встречу под эгидой партийного проекта с руководством Центра Союза для того, чтобы мы имели возможность с вами не просто там переработать закон, а под него подготовить соответствующую программу, тем более, что мы обсуждали с Облпотребсоюзом Российской Федерации со всеми 89 регионами, потому что уже и по новым территориям считаем, чтобы они имели возможность приобретать такую технику, а мы имели возможность субсидировать ее. Нет и тени сомнения, что в ближайшее время мы будем говорить о выделении и поощрении вот таких компаний на федеральном уровне с точки зрения, чтобы это вот они лидеры, и этих лидеров должны знать все. Они должны награждаться, возможно, так сказать, правительственными наградами, либо должны награждаться, в том числе, и нашими коллегами из администрации президента. У меня нет тени сомнений о том, что у них все получится, у нас все получится с вами.